Добрый день, меня зовут Василий Сухомлинов. Сегодня мы с вами находимся на выставке All Over IP 2016, стенд компании DSSL, программное обеспечение Tracir. Сегодня хотел бы рассказать об очередной новинке, это персональные видеорегистраторы. Это носимый видеорегистратор, который сотрудник охраны, либо мерчендайзер берет вместе с собой, зацепляет на одежду с помощью вот этой клипсы и снимает все происходящее. В дальнейшем он приносит видеорегистратор, сдает его, устанавливая вот в такую стойку. И мы получаем архив Tracir. Причем это решение, это не просто запись видео с помощью вот таких видеорегистраторов. Это полноценная система по учету людей, пользователей. Обратите внимание, здесь я могу выбрать, какой сотрудник принес это устройство. Могу принять это устройство. Как только я принимаю устройство, система начинает копировать видео. При этом видео из этого устройства копируется синхронно вместе с другими видеокамерами в системе. Это могут быть фиксированные видеокамеры, это могут быть другие видеорегистраторы. Таким образом, вы получаете обзор с нескольких точек. Вы получаете возможность просматривать архив синхронно как с фиксированных камер, так и с мобильных видеорегистраторов. Спасибо за внимание. До скорых встреч.